Программа союзной интеграции может быть подписана до 8 декабря. Документ подпишут президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщил РИА Новости посол Беларуси в Москве Владимир Семашко. До 1 ноября этого года должны быть разработаны дорожные карты. Их 31 по разным направлениям, рассказал дипломат. В конце прошлого года Россия и Беларусь приняли решение создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом прошли переговоры лидеров двух стран. Было принято решение к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах. Министерство финансов Беларуси создаст комиссию, которая займется подготовкой предложений по обсуждению единого налогового кодекса в союзном государстве. Об этом пишет Тутбай со ссылкой на пресс-службу ведомства. В рамках поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных ведомств и представителей бизнеса по подготовке предложений в рамках обсуждения единого налогового кодекса, сообщили в Минфине. В Беларуси раскрыли схему поставок оружия из Украины в Россию. Об этом рассказал председатель таможенного комитета Беларуси Юрий Синько. Подконтрольные ему ведомства совместно с КГБ обнаружили канал контрабандистов через территорию страны. Запрещенный груз шел транзитом через Литву, а оттуда более крупными партиями в Россию. После того, как эта схема была раскрыта, белорусские силовики поделились информацией со своими российскими коллегами, которые провели на своей территории спецоперацию. Кроме того, Юрий Синько отметил, что с начала этого года увеличилось число попыток незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ. По данным фактам, за 8 месяцев 2019 года возбуждено 129 уголовных дел. По оперативным данным, практически весь объем наркотиков предназначался для получателей из России. Основной этап совместных учений вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза-2019» стартует сегодня на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа Российской Федерации. В рамках основного этапа военнослужащие двух стран отработают взаимодействие в ходе отражения наступления превосходящих сил условного противника и введения маневренной обороны. Военнослужащие двух стран применят танковые и вертолетные засады, огневое поражение противника методом карусели, высадку тактических воздушных десантов и нестандартные тактические способы ведения боевых действий. В основном этапе учений «Щит Союза-2019», который продлятся до 19 сентября, примут участие около 12 тысяч военнослужащих до 950 единиц боевой техники. СМИ узнали план объединения экономик России и Беларуси. Правительства двух стран хотят создать единый налоговый и гражданский кодекс, сообщает газета «Коммерсант». По ее данным, сделать это хотят с января 2021 года. Москва и Минск также намерены объединить учет собственности, банковский надзор при сохранении двух центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также установить общее государственное регулирование остальных отраслей. На прямой связи со студией журналист, политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. А насколько важно такое объединение экономик России и Беларуси? Ну, в общем, это лучше, чем ничего. Пока лучше для кого? Для России и для Беларуси. Пока удалось договориться о ограниченном числе параметров координации, но, надеюсь, дальше дело пойдет более весело. И экономики сблизятся еще сильнее. В принципе, если сравнивать с интеграционными принципами Евросоюза, то нам еще есть куда развиваться с Белоруссией. А как вот эта вся история повлияет на нашу с вами жизнь, на обычных простых рядовых россиян и белорусов? Ну, на жизнь белорусов, может быть, это как-то повлияет. Их экономика получит некоторое укрепление, потому что я думаю, что в обмен на это они получат определенные преимущества в нефтегазовой сфере и по ценам на энергоносители. А на нас это, в общем, никак не скажется. Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем таможенного комитета Юрием Синько. Президент Беларуси отметил, что проводимая Россией политика привела к уменьшению налоговых поступлений. На доходы, связанные с таможней, серьезно повлиял налоговый маневр Российской Федерации и уменьшение поступления таможенных пошлин от реализации нефтепродуктов. Что будем делать с этим? Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это мы с президентом России не единожды обсуждали. Я думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу наших совместных действий, придется
вернуться и к этому вопросу. Александр Лукашенко также поинтересовался итогами работы таможенных органов в текущем году, отметив, что таможня – это зеркало экономики, особенно для экспортно-ориентированной страны. По итогам 8 месяцев этого года общее количество выявленных правонарушений увеличилось на 38%. Совместно с органами госбезопасности перекрыт канал поставки оружия и боеприпасов из Украины в Литву и Россию через территорию Беларуси. Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси запустят с 1 октября пилотный проект по сопровождению животноводческих товаров, следующих из России в Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами, сообщает Белрос. Договоренность между сторонами была достигнута накануне в Москве. В ближайшее время Минск направит в Россельхознадзор перечень товарных групп, которые будут задействованы в пилотном проекте. На следующей неделе стороны подпишут дорожную карту, которая будет регламентировать завершение интеграции между Россией и белорусскими системами электронной сертификации грузов. В Минске установлен новый рекорд. 250 тысяч зрителей посетили семейный фестиваль Wargaming Fest «День танкиста». В этом году организаторы-разработчики культовой компьютерной игры World of Tanks решили объединить свой фестиваль с профессиональным праздником настоящих танкистов, который ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. Получился самый масштабный семейный фестиваль в Европе, который посетили гости из 28 стран. Настроение супер, нам очень нравится. Мы приняли участие во всех играх, конкурсах, выиграли кучу подарков, призов. На фестивале открылся целый музей военной техники под открытым небом. На нем можно было увидеть и потрогать знаменитые танки от легендарных ветеранов Великой Отечественной Т-34 и ИС-2 до современных Т-72 и Т-85. Россия и Беларусь создадут единый налоговый кодекс в рамках экономической интеграции. Правительство двух стран планирует создать единые налоговые и гражданские кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года, пишет «Коммерсант». Отмечается, что Москва и Минск также намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей. Издание подчеркивает, что такая степень экономической интеграции выше, чем у Европейского Союза. С 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве. При этом стороны не обсуждали возможное объединение эмиссионных банков и введение единой валюты. Пока Москва и Минск готовы на унификацию валютного контроля, объединение платежных систем и единый режим защиты инвестиций. Издание подчеркивает, в документе речь идет исключительно об экономической интеграции. Говорить о фактическом объединении двух стран оснований нет. Вопросы взаимодействия промышленного сектора Беларуси и России обсудят на этой неделе. Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет в новом формате с 17 по 20 сентября. Сообщил журналистам заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает Белта. По словам замминистра, в этом году изменилась концепция форума. Его объединили в промышленно-инвестиционный, плюс добавили сектор экономики, нефтегазовая, химическая и пластиковая отрасли. Говоря о точках роста на следующую пятилетку, замминистр промышленности назвал традиционное флагманное машиностроение БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Амкадор, а также перспективное предприятие Оршанского района. Во время форума будет работать выставка, где представят новейшие разработки и предложения белорусских компаний. Запланирован ряд панельных дискуссий. На одной из них с участием ЕЭК будет обсуждаться и взаимодействие промышленного сектора Беларуси с коллегами из Российской Федерации. Кинофестиваль «Листопад-2019» пройдет под слоганом «К радости». 26-й международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 ноября в Минске. Как отметил программный директор фестиваля Игорь Сукманов, в этом году организаторы хотели уйти от ассоциации «Листопада» с прожекторами, режиссерскими стульями, мегафонами, камерами и другой кинематографической атрибутики. В основе визуала 26-го фестиваля «Дорога». И этот образ максимально раскрывает наш слоган «К радости». Кино – это дорога путешествия в мир наших чувств, в мир нашего разума, которая позволяет нам больше понять себя. А понимание – это есть та самая радость, сказал он. Программа по развитию интеграции Беларуси и России касается лишь экономических аспектов и не угрожает национальному суверенитету и независимости белорусского государства. Об этом заявил глава Минэкономики Беларуси Дмитрий Крутой, отвечая на запрос депутата Палаты представителей. Работа, которая в настоящее время проводится правительством двух стран, охватывает исключительно экономическую часть договора и направлена на ее реализацию. В связи с этим и подготовлен проект программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора, отмечается в письме министра.
Создание комфортных условий, внедрение новых технологий, точки роста на ближайшую пятилетку. Такие темы стали основными на промышленно-инвестиционном форуме в Минске. К прохождению испытаний и получению сертификата сегодня готовится новый МАЗ на электротяге. В компании учитывают и другие мировые тренды и готовы поставлять на Запад новую модель на газомоторном топливе. С подробностями Александр Ворошилов, начальник бюро реализации грузовой техники Минского автомобильного завода. В плане финансовом подешевле будет, чем дизельное топливо. В плане экологичности, да, выхлоп чище. Поэтому этот тренд наряду там с электротранспортом, я думаю, это наше будущее. В ярмарке инноваций участвует около 150 разработок. Среди их авторов немало студентов. Александр Чистяков, студент Петрозаводского государственного университета, решил проблему выращивания рыб в садках. Его изобретение позволяет снизить экологическую нагрузку на водоем. Особенность изобретения заключается в том, что это импортозамещающая разработка. Все ее материалы созданы методом сварки пластика, а не лития. Создается перемешивание воды с воздухом, и таким образом создается вытягивающая сила, которая транспортирует рыбу на поверхность. Молодым инноваторам дают не только площадку для презентации проектов, им также предлагают различные программы финансирования. Крупные инновационные разработки финансируются в полном объеме. Кроме того, организован Белорусско-Российский венчурный фонд для финансирования совместных проектов. Завершены работы по отливке основной части бронзовой композиции Ржевского мемориала. Монтаж 25-метрового монумента в честь бойцов Красной Армии, павших на Ржевско-Вяземском направлении в 1941-1943 годах, начнется в октябре. Об этом ТАСС сообщил автор проекта, скульптор Андрей Коробцов. Возведение мемориала включено в правительственный план подготовки празднования 75-й годовщины Победы. Увековечить память павших под Ржевом предложила группа ветеранов. Идея была поддержана руководителями Союзного государства России и Беларуси, а также Министерством культуры Российской Федерации и Российским военно-историческим обществом.